Доброе утро. У меня утро раннее, около 5. Еду на работу. Первая смена. Как всегда, рабочие выходные, пятница, суббота, воскресенье. Да. О чем хотела сказать? Верите ли вы в приметы? Значит, это самое. У меня есть такая примета хорошая на деньги. Если я встречаю в очередной месяц растущую луну слева, то я знаю 100%, что деньги у меня будут. Ну вот как-то вот так вот складывается. Если растущая луна прямо передо мной, ну так, в общем, выйду в ноль. Ни минуса, ни плюса, выйду в ноль. То, значит, я увидела глубоко справа эту растущую луну и думаю, если справа увидеть, то, значит, денег не будет. Выйдешь в минус. Я так еще подумала про себя. Странно. Вроде ничего такого не предвещало, не предвещает, вроде все нормально. Подумала я. И вот как бы это самое свершилось. Сначала один ремонт на машине моей. Вот сейчас муж пришел, ну не сейчас, как бы вчера вечером пришел вот с очередным счетом. Ну, слава тебе, яйца, машину починили. И, в общем, да. Извините, я вас уронила. Дорогу все еще ремонтируют. И, в общем, ну, да. Положение Луны в крайне правом направлении. Когда я ее увидела... Все-таки это правильно предсказала. Потому что я так очень хорошо. В общем, я пол зарплаты. До свидания техникам, механикам строительным. Ой, строительным. Машина строительным. Дорогу все еще ремонтируют. Ну, там стояла до 30 мая. Сегодня 31 мая. В общем, завтра лето. Извините. Опадаете вы у меня. Что-то то ли надо новую менять, то ли поддерживать вас это морально ручкой. Вот тут вот, ручкой вас поддерживать. В общем, вот такие истории. Хотелось как лучше. Слева. А получилось глубоко справа. Посмотрела на первый счет, но я его оплатила, а второй посмотрела, говорю, мне еще надо как-то дожить до зарплаты. Блин. Ну вот очень интересно. Всегда вот, я не знаю, как, где вы живете, как у вас там эта система. Значит, здесь есть сист и фрист. Ну, то есть последняя дата, когда можно заплатить за какую-то работу, и там выставляется какая-то дата. Не знаю, уж выставляется она от балды, или выставляется она как-то вот с учетом каких-то там астральных веяний, не знаю. Я посмотрела, было сказано там, по-моему, 6 или 7. По-моему, 7 июня. До 7 июня надо было оплатить. Я говорю мужу, так я... Ну вот почему бы не после 13-го, когда вот зарплата придет. Нет, надо вот до 7. Но я на нее, на этот счет посмотрела, думаю, не, я пересплю с этим счетом на потом. Приду. У меня еще 6 дней есть. До этого самого. Смириться с потерей. Но, слава богу, машина бегает. Будем надеяться, что на этом, как говорится, мои приключения с машиной закончатся.
солнышко всходит. Ох, красотушка. Зашла в магазин, продаются вот эти помидоры Сан Марзано. Это те, которые я посадила, по-моему. Они, оказывается, такие большие должны быть. Меня тут недавно спрашивали, как найти макрель, то бишь, вот он, пеппер макрель, скумбрию. Это горячего копчения, вот такая. Называется пеппер макрель. Очень вкусная, но, как говорится, не такого, к которому мы привыкли. Но здесь, по идее, тоже можно найти в обычном магазине. Я сейчас в Спаре. То есть рекомендую. Попробовать можно. Ой, какая селедочка. Кстати, может, и селедки мне. Но это просто обычная спеки селедки. Возьму я себе, наверное, селедку. 2,5 часа. На пляжике, солнышко, накупались, на солнышком на это самое насытились. Еще и поэтому люблю первые смены. Все, красота. Да, румянчик. Прискакала на пляжик, скинула с себя манатки, как дети вот штаны снимают, а потом ногами наступают на штанины, чтобы побыстрее все это снять их, потому что руками сил не было. И так все это скинула, и быстрее в воду. Такое ощущение, что у меня аж пар из ушей шел, когда я в холодную воду залазила. Но было так классно. Вообще балдеж. Вот хорошо, когда есть такое место, где можно просто вот заехать, посидеть, побалдеть. Спасибо тебе, место мое волшебное. Ничего не снимала, потому что оставалось буквально 4%. Сейчас уже села в машинку, перелазила все, нашла этот самый. Можно ехать домой. Взяла воды с собой холодной. Сказка. Хорошо, что у меня здесь хоть этот самый есть. Powerbomb. Я думала, что у меня нету, а полезла доставать кофе. Этот. Доставать, класть, доставать. Достала одно, положила стул, достала другое, думаю, о, powerbank, слава тебе, яйца, хоть могу записать что-то.